Всем привет! Вот он наш фатин, у него трехметровая ширина, он сложен в четверо. Значит, у меня будет маленькая юбочка, 18 сантиметров у нее длина и 2 сантиметра на резинку, то есть получается 20. Нам нужно взять две длины, получается 40. Значит, мы будем отмерять 40 сантиметров. Я выровняла край и теперь отмеряю 40 сантиметров. Все, ровненько провожу линию. Так, таких полос нам нужно будет 4 штуки отрезать. Отрезаем. У нас получилось 4 полосы. Мы должны теперь аккуратно, чтобы не перевернулось ничего, вот так вот внахлёст, примерно сантиметр или пол сантиметра, сшить их. То есть берем ниточки в тон и сшиваем прямо сверху. И это все мы вшиваем большой круг в кольцо. Вот таким вот образом оно получается у нас большое-большое кольцо. И теперь по вдоль. Сворачиваем пополам его, складываем, уравниваем наши края и утюжим. Утюжим вот этот вот сгиб, чтобы у нас хорошо проутюжился. Вот так должно получиться. Вот такой у нас получился сгиб. Все проутюжили. И теперь будем под резинку делать кулиску. То есть берем какой-то шов и вот такой ширины, а здесь оставим для вдевания отверстие. Смотрите, у меня есть такая штуковинка, на Алиэкспрессе брала, она с магнитом. Можно делать из нее, ну, как ограничитель она действует. Вот я, допустим, прицепила здесь, сейчас вот намечаю, где примерно у меня должна быть игла. Вот, и я сейчас ее поставлю там, где надо, чтобы она показывала мне. Вот так она. Сначала она маленько выколочивается, сейчас вот все прилипло нормально. И все, теперь я уже по ней ориентируюсь, да, сколько мне строчить. Делаем закрепочку и строчим по кругу всю нашу вот эту кулиску под резинку. Вот так это получилось. Вот здесь отверстие. Все это по кругу кулисочка вот у нас получилось. Берем резинку нашу, делаем ее немного меньше, чем талия, потому что она вытянется. И начинаем вдевать. Вот я нанизала всю нашу юбку на резинку. Вытаскиваем наши булавочки и соединяем резиночку. Я это буду делать вручную, мне так проще. Мне кажется, так крепче. Все краешки заделаю. Как-то так. Все, теперь мы застрачиваем, зашиваем вот это отверстие. Таким вот образом. И расправляем нашу резинку. Вернее, даже сказать, что нашу юбку на резинке, чтобы она не сложилась, все равномерненько распределяем. Вот. Уже примерно все готово. Ну, все распределили теперь. Мы раздвигаем наши слои до самой резинки, чтобы так вот по кругу. То есть придаем пышность нашей юбочке. Ну, вот, наша юбка уже готова. Вот такая она получилась у нас пышненькая, хорошенькая. Осталось ее украсить, хотя можно и так носить. Я для этого сшила вот такой бантичек с бусинками. И сейчас его пришью на пояс. Прям насквозь. Вот такая юбочка. У нас получилось пышненькая и хорошенькая. Это еврофатин, он очень мягонький, ребенку будет в нем вполне комфортно. Всем удачи!
Повязку делаем по тому же принципу, как мы делали из хлопка. Вот я вырезала полоску 11 сантиметров, она у меня получилась шириной. Теперь складываю ее вот как бы вовнутрь двумя сторонами. Здесь буду заутюживать и застрачивать. Вот так должно получиться. И теперь по этой строчке ниткой резинкой я буду собирать. И после нее с одной и с другой стороны, чтобы у меня было три строчки вот так. Все, теперь мы стягиваем до нужной нам величины, длины, чтобы вокруг головы она была нормально. Вот так у меня получилось. Все, зашиваю и украшаю ее бантиком, таким же, как на юбочке, и бусинами. Вот так у нас получается, вот такая красота, такая вот повязочка, она тянется. По-моему, очень нежно.